Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Зачем две вести? Держи. Чебурашка, блин. Может, телек включим? Может, давай телек? Можно телек. Здорово. Да, а мне так ничего не видно, что пишет, я не могу так вести. Привет. Я тебя буду читать. А, спасибо. А что за знаки вот это? Знаю, да, вот я даже. Соня, ее надо заблокировать. Что за Соня? Надо прям сильно нажать, тогда нормас будет. Ань, туда нажимаем. Она написала нет, бля. Нет. Не блокируй. О, случился. Как найти Муз-ТВ? Искать вот так, да? Нельзя нажать. На кого канал слушай Муз-ТВ? Ну не знаю, пощелкай, там должно быть. Пятница. Дай картошечки, можно? Угу. Блин, я картошку... Зачем ты отправляешь эти знаки? Соня. Соня, еще раз отправишь, а ты заблокируешь. За что? За знаки? Да, потому что меня не раздражает, это не везде. Прости. Просто нам все. А. Ты что-то молчишь, Ксюш? Что говорить? Классная трансляция. Все, надоело. Найди, пожалуйста, на Муз-ТВ. Покрасовалась. Мне надоело. Я люблю, когда вот мой большой экран, мне все видно. Все тебя поняли. Соня. Дела нормально.